наши зрители. Мы находимся на самой большой выставке в Германии, которой уже 70 лет. Она находится в городе Эссене. И этому мероприятию 70 лет. Здесь все автопроизводители выставили свои машины, кастомайзеры свои автомобили, мотоциклисты. И даже Бундесвер немецкий выставил свой самый последний БТР. Поэтому приезжайте, следите за нашими новостями. С вами был Алексеевич, смотаем.